Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Ну что, у нас закончился турнир, и мы забираем свои призы. Так, это у нас, значит, 9600 сюрикенов, Леонардо Космос 50 ДНК, золотые осколки и платиновые. Так, тут ежедневки. И давай посмотрим сразу же, наверное, сколько у нас, кстати, жетонов. Так, заберем с тобой пак. Посмотрим, что нам тут. Ничего не выпало. Фиксим. Так, предметы. Монеты. Отлично. Значит, мы с тобой покупаем на Рафаэля. Кстати, можно прокачать Леонардо Космос. Так, кстати, даже будет быстрее. Давай-ка мы, наверное, прокачаем все-таки его. 71 ДНК из 100. То есть нам всего лишь нужно 28 ДНК и все. А потом уже докачаем Рафаэля. Давай так сделаем. Так, и что у нас по жетонам? Фу, 180, это мало. Так, забираем здесь награды. Сразиться нам в боях нужно. Ну, естественно, Ванька, Ванюша. Да не буду я ничего делать. Так, Ванек, давай-ка посмотрим, что тебе нужно. Нам нужно найти 9 вот этих вот знаков. 9 штук. Поехали. Раз, два. Так, тут мутаген. Ничего страшного. Так, три. Четыре. Пять. Шесть. Так, и еще получается три. Раз, два и три. Все, ребят, все. Прокачиваем ему до третьей ступени базуку. И смотрим, что нам еще нужно будет найти. Короче, нам надо будет найти 3 книги, 8 биноклей и 14 кружек. Все это уже будет в следующих сериях. Сейчас мы забираем здесь награду. Сразитесь в сло... Подожди, я же вроде дрался, или нет? Так, Ванюш, давай-ка, подожди-ка. Значит, 3 вот этих книги нам нужно найти. Поехали. Раз, книгу мы нашли. Вторая и последнюю. А последнюю нам не дали. Ну и фиг с ней. У нас еще будут серии, поэтому мы успеем с тобой все это накопить и поднять уровень персонажа. У нас мутагена с тобой 17 тысяч. Но в принципе, ребят, нам должно хватить. И это будет у нас Эйприл Кунаичи. Так, 53 уровень. Ну что, друзья мои, у нас началась новая неделя. Естественно, мы с тобой начинаем ее с чего? С буста. Это само собой разумеющееся. Так что давай посмотрим, что у нас на этой неделе. Во-первых, ребята, Микеланджело Космос. Как раз мы на него с тобой копим ДНК. Сейчас мы будем... А нет, ребята, вру. Мы на Рафаэля копили, да? Сейчас мы с тобой будем прокачивать Леонардо. А к этому времени у нас подоспеет и Микеланджело. На испытаниях у нас ярость Рафа. Так, есть смысл проходить здесь и здесь. Но вот кого нам дадут, давай глянем по-быренькому. Понятно все. Значит, нам здесь не судьба. Вот максимум, что можем вот это вот забрать. И все. До Рафаэля Космос мы с тобой просто не доберемся. Так, борцы с преступностью. У нас здесь идет кто? Голубь Пит. Идет Роквелл, Кожеголовый и Слэш. Ну, это в обязательном порядке будет сегодня проходиться. Ну, не сегодня, а вообще в ближайшие дни. В принципе, и все. Ну что, друзья мои, погнали быстренько с тобой на арену. Пока у нас только буст начался. Буквально прошло сколько? 15 минут. Попробуем сейчас быстренько тут набрать, как говорится, приоритет. Давайте мне 11-11, пожалуйста. Смотри, 10-10 дают. Вот, нормуль. Погнали. Не будем, как говорится, здесь долго рассусуривать. Сразу начнем с наших 45-х уровней. Естественно, друзья мои, если бы у них был бы повышен ранг именно звездности, эти ребята уже были бы давным-давно 50-ми, а может быть даже и 60-ми. Но так как у них нету золотой звездочки, они вот у нас висят в 45-м ранге. Да-да-да, очень, конечно, обидно. Потому что это, ну, не считая голубя Пита, одни из первых наших бойцов, которые вообще даются нам в игре. Так, ну что, мы с тобой воин 2 звезды, это понятное дело.
На то, как говорится, он и буст. А дадут мне 11-12? Давай попробуем, а? Я вижу, что 11-11 есть, а вот... Наверное, не дадут. А хотелось бы, друзья мои. Вот, ха-ха. Все-таки, ребят, мы с вами выбили, да? Ну ладно, давай тогда. Раз, два, три. Ну, тут по три бойца, естественно, у нас очень мало получается кубков. И, соответственно, мы с тобой очень медленно здесь повышаемся. Поехали. Так, майки. Хоба, минус бибоб. Давай, наверное, сделаем вот так. Массовую атаку. Двоих сразу же. Ну, ребята, а что вы хотели? У него 55 уровень. Ему это, как говорится, расплюнуть. Ну что, а мы с тобой двигаемся дальше и смотрим, куда мы переходим. Так, воин 3 звезды, 92 позиция. Так, 11-12. А дадут мне, например, 12? Есть такое дело. Мы нашли. Слушай, сегодня нам везет. Идем как, ребята, как сыр в масле, короче, катаемся. Все нам сегодня на блюдечке выдают. Надеюсь, такой фарт не закончится в ближайшие минуты. Потому что сейчас мы начнем с тобой... А давай массовую зарядим. Посмотрим, как у нас там Донни. Ху-ху. Неплохо. И теперь Леонардо. Все. Так, вот меня только вопрос другой интересует. Мы с тобой сейчас перейдем в элиту или так и будем на войнах? У нас все-таки там 92-я позиция была. А ну-ка. Да, ребята, мы переходим в элиту. 90-е место. Так что давай вот. Уже даю 12-13. Отлично. И я, пожалуй-ка, возьму, наверное, вот эту вот команду. Потому что здесь все-таки больше бронзы, больше серебра. А это говорит о том, что здесь мы пройдем с тобой вообще на изи. Но, скорее всего, это у нас последний бой, где мы с тобой будем вчетвером. Потом уже выходим на максималку, то есть 5 против 5. Граната неплохо заработала. Сразу двоечку мы положили и здесь добиваем. Ну, друзья мои, естественно, у них 22-23 ранг против наших 55-х, 54-х уровней. Естественно, у них никаких шансов вообще нету здесь противостоять. А вот то, что мы с тобой не перешли в элиту 2 звезды, вот это меня уже немножко напрягает. Потому что я думал, у нас будет буст такой безостановочный. Видишь, 12-14, отлично. Так, ну что, как ты видишь, 29-28 уровень у нашего врага. Мы с тобой берем 50-е и двигаемся. Так, если сейчас будет Рафаэль ходить первым, мы с тобой сразу, наверное, примем... Нет, не Рафаэль, конечно же, Майки, ребят. Ну как же можно, если Майки есть в команде, то, естественно, он будет ходить первым. Потом почему-то Бибоп, а вот теперь только Рафаэль. Хм. А вот это интересно. Я думал, что он сразу их бомбанет, но нет. Рафаэль. Ну, Рафаэлю оставалось только лишь добить, а основной урон нанес именно классический Рафик. Так что мы с тобой двигаемся дальше и переходим на элиту 2 звезды. Позиция у нас 46-я. Окей. Так, 13-15. Слушай, идем вообще замечательно. Ну, я думаю, что до Лиги Сёгунов 3 звезды, наверное, мы сегодня все-таки дойдем. Так, что нам здесь сделать? Ну, во-первых, наверное, сделаем дебаф с тобой. Понизим им защиту. Теперь массовая атака от Майки. Ну, неплохо. Так, давай-ка мы, наверное, сделаем с тобой здесь ускорение за счет морозильной кошки. И сделаем... Сломанная кофемашина. Я думаю, что им всем крышка. Упс. Ошибочка вышла. Все-таки Рокстеди выжил. Но это так. К слову. На самом деле, он долго здесь, как говорится, не простоял. Ну что, мы с тобой переходим, наверное, я так понимаю, на элиту 3 звезды. 59-я позиция. Ну что, 13-16. Естественно, берем... Именно эту команду. И... Раз, два, три, четыре, пять. Вот сейчас мы, кстати, и посмотрим с тобой на суперудар от Донателло Космос. Многие просили, чтобы я его показал. Сейчас мы его, ребят, посмотрим. Так. Ну, давай сделаем вот дебаф на противников. Отлично.
Так, добьем Дони. Вот, друзья мои, смотрите, как этот удар выглядит. Он ставит свой посох и... Ты видел, да? Ну, так как этот удар у нас не прокачан, соответственно, урона мы нанесли мало. Слушай, что-то они тут раздухарились, тебе так не кажется? Пора их, наверное, уже истреблять. Так. Теперь осколки. Угу. Так, Монтес, не падай у меня, смотри. Так, крысиный король сможет добить, интересно, своей крысиной стаи? Нет. Бибубчик выжил, но это ненадолго. Все, друзья мои, двигаемся с вами тогда дальше. Так, посмотрим, смогу ли я перескочить на самурай. Да. 87-е место мы, друзья мои, в самураях. Ну что ж, давай теперь здесь показывать. Почем фунт лиха? Так, 13-16, наверное, не дадут мне, 14-17. И так как бы иду с опережением с небольшим, ладно. Меня, в принципе, это все устраивает. Так что давай, слэш, кожеголовый, Майки, Леонардо и Кейси Джонс. Но на самом деле здесь Кейси Джонс какой-то, ребята, молодой, да? Вот здесь вот. Еще, наверное, подросток, потому что, ну, посмотри, во-первых, у него костюм самодельный. Я бы даже сказал, у него и клюшка, по-моему, самодельная. И маска, и щитки, в общем, он все тут сам сделал. В отличие от того, который у нас, извини меня, в профессиональной хоккейной маске, извини меня, в костюме. Это какой-то новичок, новобранец, блин. Так, ладно, подожди секунду. Сейчас попробуем ушатать. Отлично, и остается у нас Донни. Но Донни, как всегда, крепыш. Не хочет сдаваться. Так, друзья мои, не обращайте на мой голос, у меня почему-то немножко он осип, не знаю, с чем это связано. Надеюсь, что после чашечки горячего кофе он придет в норму. Так, ну что, 23-я позиция. Двигаемся дальше, вот, 14-17, шикарно. Так, здесь мы возьмем с тобой Рафаэля, Саблезуба Леонардо, Лису и... Ну, давай будет Шредер классика. Так, из массовых атак у нас только две. Так, пошел первый Рафаэль. Теперь Лиса. Ну, хоть кого-нибудь она должна уронить. По идее-то. Жух. Так, ага, три. Почему-то я Шредера не посчитал. Интересно. Зашибись. Шредер практически всех тут и завалил. А, у Леонардо тоже есть массовая. Что-то, ребята, я... У Саблезуба нет. Вот у него нет массовой атаки, а у остальных вроде бы есть. Так, ну что, самурай две звезды. Что, слушай, 63-я позиция. Нормуль. 14-18. Ой, неспроста, ребята, мы так с вами бежим вперед паровоза. Кстати, смотри, у них уже 42-43 уровень. То есть они нас потихоньку-потихоньку догоняют. Ты смотри, что делать. Я так и думал, ребята, что Хан будет ходить. Оу, и Мунда Гека. Стоп, стоп, стоп. У них ускорение плюс атака. Критическая атака повышена. Так, нам нужно с тобой что-то сделать. Желательно быстрее. Так, Кирби, ну-ка, ори. Так, минус 2. И я думаю, что Макман всех добьет. Да. Я вот думаю, если у Макмана прокачать вот этот вот ураганчик, да, из мусора, то это, наверное, будет очень лютая массовая атака. Я думаю, даже не будет уступать Армагону с его валуном. Так, ну что, давай смотреть дальше, что у нас тут. Смотри, дают 14-17, вот, вот, только хотел возмущаться, и смотри-ка, все исправили. Вот, ты посмотри, как вот этот вот Кейси Джонс у нас выглядит, 54 уровня. Ну, действительно, как профи, да? Правда, у него только из хоккейной амуниции, это только шлем и клюшка. А прикид у него не соответствует хоккеисту. Вратарю, я бы даже так сказал. Ты дичь. Слушай, подожди, мне не нравится такой подход. Почему не нравится, ребят? Ну, смотрите.
Массовые атаки прошли? Прошли. А сколько мы урона от... Опа. Так, стоим, вот, друзья мои. Ну, во-первых, вырубаем кунаичи. Во-вторых... Так, слушай, слушай, тут, наверное, надо Криса Брэдфорда вырубать, иначе будет плохо. Шикарно. Ты видишь, что он делает? Ты видишь, что он делает? Слушай, неужели мы с тобой Рокстеди потеряем, а? Слушай, я не имею права такого допустить. Ну-ка. Есть. Блин, почему наш Рокстеди такой слабый, а? Вот я никак этого не могу понять. Неужели из-за того, что он не прокачанный? Ну как не прокачано, ребята, все-таки 54 уровень. Да, по скиллам, возможно, нет, но это никак не влияет на его защиту. Так, ну что, друзья мои, самурай 3 звезды. Я куда там хотел? В сёгуны врвануть, да? По-моему, не получится только лишь из-за того, что у нас не хватит персонажей. Кстати, смотри, здесь уже 47-49 уровень. Может быть, нам все-таки не рисковать, а взять кого-нибудь из топчика. Ну, ты сам понимаешь, для чего я это делаю. Потому что в любом случае один, а может быть даже два или три персонажа здесь еще творят. Могут быть сильнее, чем мы. Поэтому без поддержки нам здесь с тобой не обойтись. Давай, Мондагек, бросай баллончик. Так. Ну что, Джастин, запах изо рта, я надеюсь, сработает. Да. Еще никто не устоял против запаха от нашего Джастина. Ну что же, а мы с тобой двигаемся дальше и... Да ё-моё. Я был в предвкушении уже Лиги Сёгунов, но видишь, тут почему-то не выходит ни шиша. 15-19, великолепно. У них уже почти 50-е уровни, но у нас 58-е, уже 60-е. Так что я думаю, здесь мы разрулим. Но я тебе хочу сказать, что здесь есть майки. И если он сейчас... А он... я так и думал, ребята. Я вот именно этого и побаивался. Ну что же, придется делать тогда вот так вот. Отлично. Так, давай, наверное, вот так сделаем. Ты бич, нет, выжил. Выжил, да еще и ускорение вешает, а? Слушай, нам надо вырубать кого-то. Кого, я фиг знает. Кто у нас будет сейчас ходить? В принципе, Донни. Ну-ка, вырубим мы его. Фигня получается, обед. Воу-воу-воу, Раф, успокойся. Хила у нас с тобой нету здесь, да? Придется тогда... Блин, если я возьму провокацию, они, наверное, нас тут просто все... Давай молот попробуем бросить. Фигня. Ну-ка, нейтрализатор. Я, в принципе, на него, ребята, делал ставку, но, как видишь, что-то ставка не сработала. Да иди ты в пень, а? Он еще, ребята, хиляет. Блин, у нас нету хила. Блин, у нас есть провокатор кто-нибудь? Нету здесь, по-моему, да, у нас? Нет, у нас есть Донни. Донни провокатор. Можем, в принципе, взять его в провокацию, пока у него ХП есть. Иначе нам майки ушатают. Ты посмотри, а? Ты посмотри, что творит. Все, ребят, нам заблокировали способности. Трындец, доигрался. Вот и доигрался, доэкспериментировал на свою голову, а? Ребята, помните, недавно я говорил, что давно мы с вами уже никого не теряли? Да, играем на изи. Вот, вот к чему приводит потеря бдительности. Это же надо, Мондагека бросил свой флакон вшивый, вот этот вот. А я тебе говорил, что у них скиллы прокачаны все. Несмотря на то, что у нас 58-60 уровни, нам заблокировали все способности каким-то... Мондагеком, которого какой-то уровень-то был. Ну, дай бог, у него был 50-й. И он всем заблокировал способности. Замечательно. А я хотел, ребята, взять провокацию именно на Донателло. Какого там уровня? Давай посмотрим. Он был 48-го, ребят, ну посмотрите, а. Он даже 60-ника просто заблокировал. Гаденыш, а. Ну, соответственно, кубков мы получаем меньше с тобой. И, соответственно, поднимаемся по лиге очень тяжело. Так, дадут мне 16-20? Нет, дают 15-20. Окей, я соглашаюсь, друзья мои. И у нас тут... Блин, что-то у меня такой осадочек плохой, а? На душе, а? Ну, потому что я сам виноват.
начал эксперименты свои проводить, а? Всегда ведь брал топчика, взял нейтрализатора. Если бы у меня был хотя бы там, я не знаю, железноголовый или еще кто-нибудь, все было бы, наверное, по-другому. Я уже молчу, если бы я взял Армагона или еще кого-нибудь. Так, ну-ка, из базуки. Офигеть, ребята. А, так что я удивляюсь, он же у меня 80 уровня. Ему это по праву, даже 90-го. Он обязан был так сделать. Так, ну что, 28-я позиция. Нам остается с тобой что? Перейти сейчас на 2 звезды. Ну и лишь бы хватило у нас персонажей, потому что их уже не так много. Поехали. Так, Бакстер. Ну, здесь Кунаев, естественно, сразу бросаем. Смотри, пассивка сработала. Видишь, на уклонение. Так, шикарно. Добиваем с тобой майки оригинала и... Да, Бакстер тоже упал. Ну что, сейчас мы переходим с тобой в лигу сёгунов 2 звезды. Позиция у нас какая будет? 83-я. Так, а я хотел дойти сегодня до 3 звезд. Слушай, я думаю, в принципе, нам это по плечу. Раз, два. Подожди-ка. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8. Блин, 8. 8 персонажей остается, то есть надо будет еще с тобой брать 2 на откаты, чтобы у нас было 2 полноценные команды по 5 персонажей. Ладно, мы это сделаем. Давай-ка я, наверное, бафчик на себя повешу. Так, хан выпендривается. Ну, естественно, этот хилять. Как же без хила-то, а? Ну что, поехали тогда. Минус. Так, давай дальше. Все, друзья мои. Тут все круто. Так, ну и остаются 2 последних поединка. Сегодня не будем, ребят, проходить события. Уже в следующей серии, скорее всего. Потому что мне надо будет сегодня еще Драконы всадники Улуха поиграть. Я надеюсь, я успеваю там на события, потому что я его еще не прошел, а времени оставалось мало. Я вчера посмотрел, там около 18 часов. Так что мне нужно его обязательно сегодня пройти. Как говорится, последний шанс. Так, бросили. И добивка сразу же. Армагон, давай их вали. И мы с тобой переходим на последний заключительный бой. Заодно, кстати, сейчас посмотрим, перелетим мы с тобой или нет. Ну-ка. Не шиша, друзья мои. Ну, как раз вот этот последний поединок, он будет у нас решающим. Вот, 16-21 есть. Возьмем сюда Леонардо и возьмем Армагона. Ну, это, ребят, для того, чтобы нам просто быстрее это все дело пройти. Так что поехали. Усаги ходит первым. Ну, а там уже остается только лишь Армагону, как говорится, добить всех. И все. А, у нас Супер Шреддер ходит. То есть Армагон уступает и Усаги, и Супер Шреддеру. Все, я буду знать. То есть он на 3-м месте, да, стоит в данный момент именно по инициативе. Ну что, друзья мои, а мы с вами заходим в Лигу Сегунов 3 звезды. Позиция у нас 66-я, кстати, неплохо. Что у нас тут? Здесь мы ничего приобрести не можем. По жетонам у нас, ребята, 60 накапливаем. Сразу покупаем Леонардо, Космос, и здесь, конечно же, вообще ничего. Так, испытания. Кстати, можно ярость Рафа сейчас по-быстренькому пробежать вот до эпизода 3, потому что дальше нет смысла. Давай, наверное, так и сделаем. Дальше нет смысла лишь потому, что, ребята, нам туда не пройти. Нас там прижучат. Так, давай врубим. Ну, здесь понятно, все эти первые 3 волны, они проходятся вообще на изи. Единственное, мне хотелось бы, чтобы они применяли массовые атаки, а они бьют, видишь, одиночками. Поэтому все это долго и длится у нас.
Так, минус Рафаэль, минус Рафаэль, минус Рафаэль. И остаются бронированные тараканы, которые, все, ребят, погибли. Ну что, первый эпизод прошли. Двигаемся дальше. Еще нужно нам два. Вперед, бойцы мои. Нет, если бы здесь можно было бы кого-то фармить, ну, помимо Рафаэля, конечно бы я бы, ребят, стал проходить это событие. Но так как здесь только они, смысла нету. Да и не то, что смысла нету. Мои персонажи, они не потянут последний бой. А сливать просто так сыр в никуда, я считаю, ребят, это нецелесообразно. Так, ну что, волна 3 из 3. Естественно, здесь последние партизаны стоят. И мы сейчас... Так, подожди. Минус. Отлично. Ах ты, Рафаэль Космо... Нет, не устоял. Ну и тля. Все. И теперь идем на последнее событие, которое нам нужно будет, естественно, пройти, чтобы получить ДНК на Рафаэля Видения. Вот сюда. Остальные у нас все прокачанные. Ну, кроме, конечно, Донателло, точнее, Рафаэля Космос. Давай мы, наверное, с тобой сделаем массовую атаку здесь, чтобы по-быренькому пробежать. Так, у нас здесь Макман. Грибы. У нас массовая атака, да нет у нас ни у кого. Тут только... А, нет, подожди-ка, у нас вот у Кейси Джонса. И то слабая какая-то. Ну, давай добиваем Макмана и все. Здесь 3 Рафаэля и опять же бронированные тараканы. 35 уровень, да ладно. Да чтоб тебе. Ну, давай дебаф хотя бы сделаем, что ли. Допустим. Плевок. Твою налево. Ну-ка, бери провокацию. Окей. Добивка. Так, этого Рафаэля уничтожаем. Бросает свои саи. Бесполезняк. На тебе шокер. Да что ты, даже не смог таракана этого пробить. Ну-ка. Саблезуб, саблезуб. По идее, он должен быть одним из сильных персонажей, потому что, ребята, ну, вот это Ксивер Монтес, кстати, был... Точнее, саблезуб это когда-то был Ксивер Монтес. Ну что, вроде бы как все. Сюда нет смысла идти, фармить. Я тоже, друзья, не буду, хоть здесь и 2 ДНК даются, но... Очень много мусора. Поэтому я воздержусь. А с другой стороны, что я теряю? У меня все равно есть сыр, да? Давай-ка попробуем. Так, 5 сыра. Поехали. Так, видеомагнитофон. 25 жетонов. Радарные маяки. И 3 серебряных осколка. Ну, не повезло. Мне остается за кадром только лишь набить, ребят, осколки и, в принципе, все. Больше здесь делать нечего. Поэтому, наверное, будем закругляться. Обязательно продолжим, но уже в следующей серии. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.